Ярмарка здоровья прошла сегодня в молодежном центре. В акции приняли участие различные организации, которые предложили молодежи обширный спектр своих услуг. Товары для занятий спортом предложил торговый дом «Форвард». Волонтеры-медики обучали правилам оказания первой помощи всех желающих. Тренеры спорткомплекса «Территория спорта» вовлекли посетителей в игру «Бадминтон». Ну, мы впервые на этом мероприятии, хотя на рынке в Магадане мы уже представлены 2 года. У нас современные движения, самые современные и новые для Магадана виды спорта. Мы представляем здесь теннис и бадминтон. Поэтому, так как у нас молодой коллектив, и мы работаем с молодежью, мы здесь, мы всегда открыты, рассказываем, показываем, вовлекаем. И надеемся, что мы нацелим наших людей на развитие спорта высших достижений. И в ближайшее время будем видеть нашу молодежь на ведущих спортивных площадках нашей страны. По словам организаторов, молодежь зачастую не обращает внимания на незначительные проблемы со здоровьем. Предварительная диагностика и внимание к минимальным симптомам могут впоследствии предотвратить серьезные заболевания. Молодые люди, конечно, не очень любят поликлиники, очереди и вообще всю эту атмосферу, да, которая связана вот с такой больничной как бы историей. И поэтому в свое время мы, когда обсуждали, это, кстати, была идея самих студентов, мы обсуждали, да, как, может быть, ну, лучше, эффективнее, да, обратить внимание студентов, школьников на то, что о своем здоровье нужно заботиться уже как бы, да, сейчас. И вот как раз такой вариант и был предложен, давайте мы, ну, в каком-то таком больше неформальном, тусовочном варианте, да, вот всех соберем. И как бы кому что интересно, тот туда и пойдет, и сделает, и посмотрит. Молодые люди имеют возможность не только проверить силу кисти, рост, вес, а также имеют возможность проверить зрение. Сотрудники Магаданского областного центра медицинской профилактики провели консультации, измеряли артериальное давление и делали анализ крови на сахар. Специалисты центра СПИД приглашали желающих на прохождение теста в лабораторию. Стоматологическая клиника «Дентист» и центр эстетической медицины «Ева-клиник» предоставили юным магаданцам бесплатные консультации. В условиях карантинных ограничений мероприятия организовали посменно. На входе каждого участника обеспечили средствами защиты и дезинфекции.